Привет, друзья! Сериал «Морские дьяволы» стартовал в 2005 году. Съемки эпичной картины происходили в России, в Ульяновске, Геленджике, Калининграде, также в Дании, Эстонии и Египте. Чтобы придать достоверность кадрам, актеры научились погружаться под воду с аквалангом. Роли в боевике подразумевают постоянные испытания на прочность. Звезды сериала регулярно практикуются в боевых искусствах и изучают способы маскировки. В этом видео мы поговорим об актрисе Снежане Прутько. Ну а вы в комментариях можете написать, кто из актеров сериала вам нравится больше всего. Снежана Прутько родилась 20 октября 1991 года в Тбилиси. Отец Снежаны Алексей Прутько – профессиональный военный. Мать Снежаны Ирина умерла в 2008 году от сердечной недостаточности. С 2008 года семья проживала в Санкт-Петербурге. В школьные годы Снежана занималась спортивной гимнастикой и спортивными танцами. В 2010 году поступила в Санкт-Петербурге в Академию театрального искусства, которую окончила в 2014 году. Далее Снежана стала актрисой труппы «Клоун Минтеатра Лицедеи». В 2011 году начала сниматься в кино, дебютировав в сериале «Шаман». Но широкая известность к актрисе пришла в 2013 году, когда она начала сниматься в одной из главных ролей боевика «Морские дьяволы». Картина рассказывает о трудной работе военно-морского спецназа, сотрудники которого выполняют опасные поручения командования. Также Снежана снялась в сезоне «Морские дьяволы. Смерч судьбы». Ее героиня – младший лейтенант Олеся Уманова с позывным «Ума». В ходе работы над сериалом «Морские дьяволы» Снежана Прутько близко подружилась со старшей коллегой, актрисой Дарьей Юргенс. В картине она играет роль Маргариты Кошкиной с позывным «Багира». В какой-то момент Снежана стала называть Дарью Георгиевну мамой. Снежана говорила: «Дарья заменила мне маму не только на сцене и в кино, но и в жизни». В 2018 году на экраны вышло продолжение «Морских дьяволов» «Морские дьяволы. Рубежи Родины», в котором актриса вновь предстала пред зрителями в образе Умы. Рост Снежаны Прутько 164 сантиметра, при ее весе в 54 килограмма. Снежана замужем. Ее супруг Лев Елисеев, актер театра «Лицедеи». Поженились актеры 30 августа 2017 года. Расписались в Санкт-Петербургском дворце бракосочетаний. Не забудьте написать в комментариях, кто из актеров сериала вам нравится больше всего. Если вам понравилось видео, то оцените его лайком. Оставайтесь на канале и смотрите другие видео о звездах и знаменитостях. Увидимся с вами в следующем видео.